История умалчивает о том, сколько кубометров древесины за свою жизнь преодолела эта пила. Сколько лежало потом без дела, прежде чем стать музыкальным инструментом. Старая ножовка попала в руки Леониду Ларионову, будучи уже покрытой слоем ржавчины. А вот она вся в оспочках, видно, она была ржавая, железяка, просто мной найдена. Ну, поразила звуком хорошим. Пока очищал, она стала немножко тоньше еще, стала еще более легкой в управлении, более гибкой, но потеряла свое звучание. У нее было более интересное звучание и дольше тянулось. И все привыкли брать так изящно смычок по-своему. У них не зажимается запястье, им легко вести. Но здесь такая постановка просто неприемлема, приходится держать немножко своеобразно. Как? Покажите прям, как держать. Вот. И держу где-то не по центру, не совсем в основании. Я держу смычок вот так вот. Таким образом удобно начинать звук и проводить. Чаще всего используется только верхняя половина смычка, потому что не хватает потом сил у пальца безымянного прижать конец смычка. А нужно прижимать? Да, если нет прижима, то нет звука. Здесь надо прижимать гораздо больше, чем на струнных инструментах. Чем сильнее прижимаем, тем громче звук. Если у музыкальной пилы сточить зубья, то она станет музыкальным лезвием. Для французских музыкантов это два разных инструмента. Отсутствие зубов делает музицирование более безопасным, но никак не влияет на звук. Считается, что впервые пилу в качестве музыкального инструмента придумали использовать американские лесорубы. По крайней мере, именно в Америке изготовление специальных пил для музицирования было поставлено на поток. К началу прошлого века этим занимались уже более 10 компаний. В 1975 году композитор Джек Ницше использовал звуковой эффект музыкальной пилы в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», что привлекло существенное внимание критиков. Кто-то где-то в лесу, сидя на пеньке, уставший, взял пилу, как-то особо случайно согнул. Смычок взял? Да, дело не в смычке, ведь можно играть не только смычком. Мы можем играть ударами. Но здесь есть одна сложность. Если просто согнуть пилу дугой, то хорошего звука не получится. Ну, железка и железка. Чтобы появился звук, нам нужно создать не просто прямую, а нам нужно создать прямую в натяжении, согнув в основании ногой и согнув рукой в верхней части, создается некая прямая линия, в центре которой находится звук. Могу взять здесь, могу передвинуть смычок здесь, но он уже, он теряется в центре, хороший, в сторону другую. Это значит, что я не чувствую центр. Я должен чувствовать центр, где я создал ноту. Кому-то может показаться даже забавным то, как, играя на пиле, музыкант постоянно подергивает ногой. Тем самым он создает дополнительную вибрацию. Голос пилы становится более живым. Большинство музыкантов пытаются играть обыкновенно. Они играют. Вы слышите звук мертвый. Оживляем вибрации, получается как голос. И пила уже поет. Сначала у меня был большим, была большая амплитуда, и был такой звук, как поющая, наверное, бабушка какая-то. Да, вот что-то такое было. И потом дошел уже до свободной, мелкой. И в итоге, даже когда звук заводим смычком,
чаще и проще, лучше сделать без вибрации сначала, и потом появится. Тогда чище. Если одновременно заводить и делать звук, получится грязный. Такой немножко не сразу смыкается, но так лучше. Для производства настоящих музыкальных пил используется углеродистая сталь марки 80. Из чего сделаны эти ножовки, неизвестно. Будем исходить из того, что если сталь хорошая, и если смычок наканифолен, то зазвучит даже топор. Рекомендуем убавить звук. К какой бы части топора мы ни прикладывали смычок, нота не изменится. Также монотонно запоет и пила, если будет иметь полотно одинаковой ширины по всей длине. Возьмем, например, обычную стальную линейку. Звучит одинаково, как не сгибай. Музыкальные характеристики инструмента зависят от толщины и формы полотна. Чем шире оно у основания, тем ниже ноту возможно на нем извлечь. И напротив, чем уже конец инструмента, тем более высоким окажется верхний предел его диапазона. Маленькая пила и звучит писклявее. Эта модель от недорогого китайского производителя заинтересовала нас своей гибкостью. Совсем ничего. Вообще тихо. Слышно? Что это уже все? Ультразвуки. Хватит с нас высоких звуков. Далее выбираем пилы более стандартных размеров. Две кажутся абсолютно одинаковыми. Производители разные, но инструменты полностью повторяют друг друга как по длине, так и по ширине. Однако полотно той, что справа, чуть тоньше. С нее и начнем. Поет, поет. А если взять такую же, но с чуть более толстым полотном? Звук дольше, за счет того, что она толще. Тембровые характеристики явно улучшились, однако заметно сузился диапазон инструмента. Мы не досчитались некоторых нижних и верхних нот. Диапазон меньше. Если долго выбирать музыкальную пилу в обычном строительном магазине, то придется искать еще и золотую середину между качеством звука и количеством возможных нот. Может, это попробуем? Смычок жалко. Однако важно еще и не терять веры, что среди всех этих ножовок обязательно есть та единственная, которая запоет сама, стоит только взять ее в руки. Это пила по газобетону. На ее полотне какое-то защитное напыление, которое и гасит весь звук. Еще бывает, что инструменты покрыты слоем прозрачного лака, явно не для улучшения акустических свойств. Но мне нравится. Потенциал слышу под лаком.